Всем привет, ребят! В данном видео мы поговорим о добыче люцентов, салантов, шмотки. Каким образом нам это все проще добыть, продать, заполучить и так далее. Кому понравится данный видос, ребят, прожимаем лайкосы, подписываемся на канал. Буду очень рад вашим подпискам и лайкам. Также пишем комментарии. Итак, ребят, где же нам добывать саланты? Саланты — это наши обычные денежки, вот которых у меня сейчас 5 миллионов 816 тысяч. Это наши стандартные денежки. Добывать их преимущественно мы будем в открытых подземельях. Там будет больше всего нам с мобов насыпать этих денежек. Вот, допустим, там Shadow Crypt, остров, 5-6 этаж и дождевой данж. Также нормально будет насыпать за прохождение кооперативных данжей. То есть в конце при открытии сундука уже или убийстве босса нам будет давать нормально денежек. Будет такая система в игре, как открытие сфер вот этими ключиками. Был у нас такой ивент, когда прям нормально с них денежек насыпало. То есть мы именно ходили, вот этими ключами открывали эти сферки. Помимо этого будет нормально насыпать за контракты. В открытых данжах нам падают маринды с мобов. Вот эти вот. Для заточек и для крафта книжек. Если у вас их в избытке, так скажем, вы можете без проблем подойти к любому вендору и продать их. Они стоят прям нормально денег. Вот, допустим, фиолетовый маринд на крафт книжки стоит 432 тысячи. Это как бы немало. Также вот смотрим, для заточки 288 стоит. И для арморки тоже 288. То есть в основном вот эти мариндики я чаще всего даже продавал, наверное, вендору для получения вот этих самых денежек. Странички, пергамент, который используется для скиллов, они нам в таком большом объеме не нужны. Поэтому рекомендую, наверное, где-то сотку держать все время в кармане, остальное все можно сливать. То есть сейчас можно продать где-то 170 продадим. И вот вам 2 ляма просто с куста, вот так вот бах. И есть у нас 2 ляма, да? Это было все про саланты. Теперь поехали дальше про люценты, ребят. Люценты — это наша игровая валюта, за которую можно покупать все на нашем аукционе. Также ее можно донатить, эту валюту. Где ее брать? То есть каким образом это мы все делаем? Мы выбиваем какую-то шмотку, какой-то трейд. Сразу же, если он нам не нужен, заходим там в аукцион, смотрим, сколько он стоит, выставляем на продажу и без проблем, то есть у нас копятся. У вас кто-то покупает и у вас, соответственно, копятся данные саланты. Где вы будете брать шмот для продажи, да? Опять же, вы будете брать его в открытых данжах, много будет падать вам всякой шляпы. То же самое будет с кооперативных данжей. То есть шмот, который вам не нужен, кому-то, скорее всего, пригодится на аукционе, и у вас его выкупят. Бывает такое, что шмот падает непродаваемый, да? Поэтому мы с него просто-напросто вытаскиваем трейд. По трейдам будет отдельный видосик, ребят. И выставляем его на продажу. То есть проблем нету с этим. Потихонечку у вас эти люценты копятся. Потом вы идете на тот же самый аукцион, покупаете себе какую-то нужную шмоточку. Как-то вот так, ребят, это все будет. То есть с непродаваемой мы вытаскиваем трейд и продаем. С продаваемой, если нам она не нужна, то же самое, просто продаем и все, и радуемся жизни. Лайфхаки по добыванию обычных салантов тоже я вам рассказал. Данное видео будет не очень длинным, но для кого-то, может быть, принесет немало полезной информации. Я, допустим, по началу игры не знал, что маринды неплохо денег дают. А потом еще мне рассказали о том, что пергамент тоже не хуёвый. Я его там накопил, не знаю, 500 где-то пергамента у меня было фиолетового. Я пошел 400 продал и немало денежек так навалило. Кому понравилось данное видео, ребятки, не скупимся на лайкосы, на подписки, так как ютубчик будет продвигать наши видео, и нас будет больше. И будет стимул для мистера Плинта делать еще много-много гайдов и всего интересного. Всем спасибо, удачного дропа вам, пока.